Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. Please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. This is a big support for me. On the streets of Russian cities, you can often observe elderly people selling something. Why and what for are they doing this? My dear friends, today you will find out what pension is paid to the elderly people in Russia. We decided to ask them about it. Pensioners are forced to sell groceries, vegetables, fruits, which they grow in their gardens, in order to earn some money to cover their expenses. I decided to help him and buy everything they sell. Sometimes grandmothers and grandfathers spend all day long outside in the cold and don't even manage to sell anything. And our purchases we will donate to the children's shelter. Let's just give some joy our grandparents. Сколько стоит банка огурцов у вас? 350. 300 с банкой, 2 килограмма. 2 килограмма. А так килограмм 400 рублей. Ага. Ой, вкусный, килограмм 200. Вкусный, да? Открыла, да. Сколько же пенсия сейчас? А? Сколько пенсии-то у вас? У меня 16 копеек. 16 тысяч, да? Всю жизнь на заводе отработала. Да. И сейчас вынуждены продавать, да? А не только из-за себя. С детьми живу. Да? Дети не получают ни черта. Дети. Вот двое детей в термичке работает. 17 тысяч. 17 лет. 17 год и 5 лет. Ну, ему самому 40 лет только. Вот такие ребята. Все время получал 50, а вот с этого лета посадили. Хочешь увольняйся, как предлагаю. Хочешь работать теперь. А до каких пор терпеть? Да понятно, да. Вот поэтому бабушка на даче лето сидит. И вы продаете, да, свою продукцию? Здравствуйте. Здравствуйте. Малинка, да? Малина. А это ваше все? Да, конечно. Дайте банку малины мне, пожалуйста. Держите. Какой вам банк? Ну, вот это или это? А я не знаю, какая получше. Одинаковый. Одинаковый, да? Да давайте вот это, наверное. Возьмите. Ну, я могу вам перевести на карту. Не, у меня нет. Нету карты? Нет. Ну, давайте я разменяю. Разменяйте магазин. Ладно. Да? Да. Держите. Так. У вас пакет есть какой-нибудь мне положить? Минералку? Ничего нет в пакете? Вот. То мне это все нести просто. Ладно. Да ладно, не надо. Все. Держите шоколадочку. Ой, да ну что, возьмите, покушайте. Спасибо. Держите. Держите. Ну что? Держите. Спасибо. Просто. Спасибо вам. Спасибо. Кушайте с чайком. Спасибо. Да, до свидания. Здрасте. Ну что, метку будет бегать? А? Метку будет бегать. Ну вот я смотрю. А в какую цену этот мед? Какая? 180.
180, да? Блин, это мне не нужна? Нет, сейчас я это, значит, вот. А у вас вот это, да? Это мое. Ага. Что вас интересует? Да, наверное, метку сейчас возьму. А сколько это вы сказали? 180. 180. Сколько сейчас пенсия у вас? 20. 20? Ну, это нормально еще, да? Да. 500 будет сдача у вас? Пойдем. Не, мне мелочь не надо, так отдайте мне. А так для себя, да, подрабатываете? Ну, в чем держу? Правильно. Как может? Правильно. А то, наверное, и надо семье помогать, и то и все, да? Внукам, да, а то внукам, то что, то все. Семье. Внукам помогаете? Конечно. Да? Ну, надо что-то купить-то. Ну, правильно, правильно. Внукам, внучкам. А вы тоже пенсионер, тоже на пенсии, да? Да. И сколько же у вас пенсии? А? Сколько же пенсии сейчас? У меня? Да. 23 вот, почти. Нормально. А это вот кто работал, да, правильно получается, нормально? А кто не работал, тем 10 пенсий. Там у кого один школа. Вот сейчас кто не работал, то вот сейчас он добавил. С 1 да? апреля добавили 8,6. Все хозяйство вот это вот? Это сколько 8. Сейчас получают, получается? Сколько сейчас получают? 8,6. Ну, смотря, сколько пенсия. Если у нее 8 тысяч, 8,6 считайте. 8,6 и 8,6. Ну, 1000 рублей там что-то будет. Ну, так даже не получается. А у вас сколько? Тоже хорошая? Ну, маленькая пенсия, конечно. Конечно, маленькая. А детям-то учатся, надо тоже, вот Никола он так сказал. А, детям помогать, да? И детям помогать надо. А что у них 11 тысяч? Что это за пенсия? Ну, да ладно, и слава Богу за это. Лишь бы мир был на земле. Да, лишь бы мир был, согласен. А это все остальное. Вот свои дачи, все-таки, как ни говори, и свое, и это свое. Все-таки можно жить. Так, это малинка, да, у вас? Это малина. Сколько? 200 рублей. Я уже, наверное, все больше кину, да, там мамре это придет. Возьмите, пожалуйста. Угу. Кушайте. На спасибо, спасибо. Такие, спасибо. Такие. Здравствуйте. А в какую цену у вас грибочки? А какие вообще? Хотя одна и та же. Это маслята, а это огурчики. По 200. 200, да? Да. А капуста сколько стоит? 50. Хорошая? Конечно. Давайте попробуем. Давайте, ага. Давайте. Вкусно хорошие, очень. Хорошие. Давайте капустку и грибки. Какие вам? А вот эти давайте. Опёночки? Да, да, да. Это вы сами, да, трудите, делаете? Конечно, девочка, у нас дом телевизор. Давайте вот еще одну тогда. Конечно, она вкусная, съедите за выходные дни-то. И грибки давайте тогда. Еще одни? Да, вот эти. А это что у вас, малинка? Малина. А сколько стоит? 200. Давайте. Покажу дальше вам. Потом. Давайте, давайте. Да давайте все заберу. А что еще забрать? Все, вот это заберу. Ой, да вы что? Да. Да. Да? Держите. Ой, а где я вам сдачу? Не надо сдачу. Ой, у вас меньше есть. Давайте без сдачи. Нету. Ой. Держите. Ой. Держите, это вам просто. Так. Да ну давайте. Что вы, нет. Не надо ничего. Прекратите. Нет, все. Это... давайте его хоть поменяю. Прекратите, пожалуйста. Это вам. Ловко. Ладно, спасибо вам. Да будьте в этой стране. Я вам отдам. Бросьте, не нет. Надо ничего. Все, кушайте, спасибо. Кушайте на здоровье. Все, хорошего дня. Кушайте на здоровье. Вам. Спасибо. До свидания. Дайте баночку вот маслят, пожалуйста. Давай. Вареница еще дайте баночку. Давай вот выбирайте. А какое посоветуете вкусное у вас? Клубник. Вот мне нравится фидаль. Почему люди не берут? Да? Не очень. Давайте тогда. Клубника хороша. Последняя банка тоже. Видите? Давайте клубнику и фидаль. Хорошо.
еще калинку давайте. А? Калинку тоже давайте. Это свежая. Давайте, порода. Давайте, хорошо. Свежая облепиха. Давайте. Не вареная. Давайте. Вы шутите или нет? Нет. Давайте огурчиков еще баночку. Откуда вас прислали? Ага. 500, да. 800, ага. 1170, 150. Ага. Хорошо, давайте еще лечи. Не, ну вы шутите или нет? Да я не шучу, правда, давайте все забираем. Да давайте все прямо упаковывайте, я все заберу. Первый раз в жизни. Я вам даже визитку сейчас дам. Отмена от жизни. Все, давайте заберу. Вот это все? Вот это давайте заберу все. Не, ну вы правда, у вас да деньги я... есть? Есть, конечно, не переживайте. Сколько будет? Все, вы посчитайте, я вам сейчас отдам. Сколько? Есть калькулятор? Ну, считать. Давайте считать. Лучше вы посчитайте. Дайте мне ручку. А яблоко? Берите, давайте, все, давайте. Складывай. На, в ручку складывай. Откуда вас прислали? Первый раз в жизни сколько торгую. Ну, хорошо. Чтобы вот так вот брать. Облепиха. Да. 1000, да? Да. 1170. Ага. Ну, пусть 1150, ладно. Хорошо, хорошо. 1150 и 150. 1300. 1400. 1400. 1500. Ага. 1600. Это да. Тоже будет. Да. 1700. И 50. Да. 1700. Ну и все, вот это. И траву вашу выберу. Не, ну вы смеетесь, правда. Да я не смеюсь. Дайте. Ну, вы настоящие, не переживайте. Не, зачем вам это надо-то? Пригодятся. Я запасливый. На зиму запасаюсь, на следующую. Мало ли. Пригодится. Это бесплатно. Кидайте. Что вы сказали, 1800? Да, по-моему. Да, 1800. Что, чтобы я вас не обманул. Я такого артиста не видел. Извините, конечно. Ну, так говорю. Собирай давай. Я такого артиста не видела. Собирай давай. Вроде не фальшивые. Да не фальшивые, не переживайте. Ну зачем вы это делаете? Чтобы нас освободить? Или как? Цель мне, какая? Мне надо просто. Я удивляюсь. Ну ей интересно просто, понимаете? Это нормально. Ты продай, потом будешь сюда. Один, два, три, четыре, пять, семь, семь. 17, 900. Да. Сколько будет всего? 300. Угу. Держите. Так, как упаковывать? Держите. А денежку. Давай секунду. Вы так подозрительно на меня смотрите. Я не могу поверить. Я надо встать. Отстань. Подозрительно смотрите. Отстань от человека. Отойди от нее. Все. Визитку вы взяли, да? Взял, да. Сейчас вот тут тоже кое-что присмотрю себе. Так, чтобы у вас взять-то? Что, смотри, огурчики возьми, соленые, маринованные. Соленые. А сколько стоят такие? Вот это 300, о. А вот эти 100. А. Помидорчики. Да. Помидорчики, вот эти 150. Да, да давайте. И давайте, вот да? Сейчас, секунду. Так, это берешь? Да? Давайте. И вот такие еще 100. Давайте. Так, что еще дать? А кабачки? Ну, давайте грибков еще баночку. Сейчас, а эти не надо? Это кабачки с чесночком. Чесночком. Давайте кабачки возьмем. Так, и грибков, да? И грибков давайте. А вот эти вот соленые 150, ага. А это маринованные 400. Давайте. Давайте? Давайте. Вот как не удивляться, так. Вот на 3-2. Перчик, да, еще? Давайте. Ну, подойди с одной. Семья большая. Семья большая. Тань, ну отойди, пожалуйста. Все. Берите, давайте, давайте, заберу. Давайте. Привыкла работать день и ночь. Все, ладно. Икру. Икру давайте. Икру. И вот такая чик вареная. Давайте все, заберу у вас.
Правда? Да. А не смеешься? Я не смеюсь. Да, сейчас. Да, тысяча. Подождите, я хочу 390 и аджика. 390 и 70. Сколько? 460. 450. 450, да, 450. А варенье будешь брать? Я все заберу. Так, так 450. Тысяча. Тысяча. Это 3000. 3000. И теперь, значит, 500. Подожди. 500. 50. 550. 3000. 700. 3700. Хорошо. Держите. Нормальные, милые, хоть так водные знаки посмотреть. Да посмотрите, больше посмотрите. Ничего. Так, так, так. Сколько стоит, вы говорите? 300. Посмотрите, 300 как я. Давайте. Мне продукты хорошие. Это сколько стоит? 230. Хорошо. Это будет 530. Ага. И 100. Хорошо. 630. Хорошо. Правильно, да? Да. 300, 230, 630. Теперь 200. 830. И 170. Вот это же протертая смородина, черная, вкусная, жирная. Видите? Ну, если говорите, что вкусная, правда, вкусная. Давайте, давайте, 830, все. 930, 930, 1000. Хорошо. Это вот 1000? Хорошо. Это сюда. Запиши 1350. Да, 1350 запишу. Держите. Хорошо. Это вы сами делаете, да? Все сами, сами растим. Удачи. Ну, молодцы. Сами выращиваем, сами. Все вопросы. Молодцы, что честно. Что делать? Сидеть дома? Правильно. Я правильно. Мы не можем. А вот я говорю, сейчас правильно. Сын раскорчевал. А потом у нас еще дети есть. Сын раскорчевал, строится. Деревья выкорчевал. То есть вы и помогаете детям? А как? Молодцы большие, честно. Все уже купили, все оплатили. Да. Мне единственная мысль, вот она гложет. Да. Для чего вам? Да я ну, вот запасаюсь. По, ну, по-честному. Мне приятно просто вот вам помочь, честно. А вы женат? Женат. А жена не готовит? Готовит. До истины мы никак не доберемся. Мы никак. А зачем тебе надо истину? Ну, мне интересно. Он не хочет не отвечать, но он не отвечает. Не, вы спрашиваете, я с удовольствием отвечу на любой вопрос. Жена она и готовит вкусно, хорошо. Да, она готовит. А у вас огородик или пригород? Что-то а, есть, есть, знаете, небольшой огородик. Вот летом, именно на лето жена делает. Там у нас и морковочка, и, да, ну, и зелень, так чуть-чуть так, для себя. Очень много своих дел. И, конечно, на огороде на большом мы бы не смогли успевать. Ну, да, что-то одно. Да. Она вкусно готовит. У нее есть правильные ценности жизненные. Что главное, это семья. Это главное. Звоните, мы вам еще как-нибудь принесем. Да, хорошо. Принесем. Ну, надо для начала это съесть. Хорошо, типа. Да, да, да. Может, на будущий год приходите, мы сами все делаем. Хорошо. Ну, жена вас одобрит или нет? Конечно, одобрит. Да, ну, правильная семья. Ну, стараемся как-то. Знаете, ну, все у нас есть. И ругаемся тоже, ну, как все. Ну, как все. И мы там очень идеально. 50 лишних лет прожили, а все равно... Конечно, а как же? Все ругаются, не без этого. Мы а как... так скучно будет. Конечно. Мне одна так говорила рабочая, как она говорила, а подеремся, а потом так хорошо. Миримся. Нет, баб освободил, сейчас они домой пойдут. Да. Как хорошо. Ну я рад. Ну ладно, я сейчас подъеду тогда. Давай, ты туда иди, мы тебе будем подавать через да? Завод. Да? Хорошо. Ага. Зовут как? Сергей. Ой. У меня в семье Сережа, Саша. Сергей. Сергеев очень много. Слушай, дай бери вот это вот. Здоровье, спасибо, любви. Спасибо. Сережа, вот эту вот банку держи, она тяжелая. Да, да, хорошо. Вот это ага. Вот. Все, не переживай. Спасибо. Ага. Ой, ай-яй-яй. Так. Так, все. Ага.
да? Так, это я сейчас и поставлю. Ага. Кушайте на здоровье, рыбка золотая. Спасибо. Тебе удачи. Ладно, спасибо. На здоровье. Ну все, всего доброго. До свидания. Ага. Guys, thank you for watching this video. Very many people ask me how we can help your channel. You can help very easy. Just subscribe to my channel and text the comments. All this is a big help for our channel. Thank you very much and be safe.